Всем привет! Смотрите, что это такое. Это как змейка. Ой, я там дальше вообще туча спускается. Это какое чувство. Ой, господи, что это такое? Что-то я давненько такое не видела. Ой, господи. Я вообще давно такого, если честно сказать, не видела. У нас, по крайней мере, за 10 лет, что я... На 10 лет я живу в деревне, а до этого-то я в городе жила. По крайней мере, такое не видела. Смотрите, получается темные тучи с белыми смешанные. Потом какая-то волна идет, какое-то одеяло, как вот бывает одеяло закрытое и открывается одеяло. Или тянет, смотрите. Гром гремит. Знаете, я что думаю? Я сейчас в данный момент думаю о том, что надо быстрее хозяйство закрыть. То они у меня свободны. По загону ходят. Что-то тут не то. Может быть, сейчас как ливанет. Не по-детски. И оно кажется, что... Знаете, все приближается. Чем быстрее, как в смысле приближается, ветер поднимается. Надо же такое, да? А там дальше вообще еще темнее. Вообще там... Вот она. Господи, что это такое-то? Ой. Вот видео на памяти останется об этом моменте. Что-то вообще ветер поднялся холодный. А там дальше, смотрите, на той стороне, вон. Как бы нормально, открытое небо, смотрите, вот. Как бы, как полагается, да, вот обычно ясный день такой. А теперь посмотрите эту сторону. Ой, мама, она уже ко мне приближается. Ой, что-то мне немножко страшновато. Так что вот, всем пока, я побежала.